Олег Газманов, известный певец и большой патриот России, он выступает на всех патриотических концертах в поддержку армии. Как настоящий патриот, он остался в России в трудный момент и не сбежал, как другие звезды. Несмотря на то, что пытался сделать гражданство Израиля, себе и своей семье. Сейчас журналистам стали известны подробности большого горя в семье Газманова. Как известно, у исполнителя есть родной брат и сестра Елена. 2 месяца назад сыну Елены пришла повестка, и он с гордостью, как патриот, отправился в Украину. Елена предлагала сделать сыну бронь, но он гордится тем, что его дядя поет на всех патриотических концертах, прославляя величие России. Мало того, что поет, но и пишет сам песни и является одним из доверенных лиц Путина. «Когда твой дядя такой родственник, просто стыдно не пойти», – сказал сын Елены. 15 декабря на сына Елены пришла похоронка, а 20-го его доставили в Россию и похоронили. Олега Газманова на прощании с племянником не было. Известное издание сообщило, что причиной тому стала большая ссора в семье. Сестра, после того, как получила похоронку на сына, в слезах позвонила Газманову и назвала его подлецом. «Ты, молодежь, своими проклятыми песнями подбил идти на смерть, а своего сына не отправил. Ты стал виновником огромного числа смертей. Теперь матери России тебя проклинают». Газманов пытался оправдаться и старался успокоить сестру. Но она сказала, что больше не хочет его знать. Ей противно, что мы родственники.